Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас с вами снова будет влог, но вот не так просто пройдемся по магазинам, а что-то уже более такое интересное. Я сейчас еду на Невские берега, это такая выставка индустрии красоты. Вот, я думаю, что вам будет достаточно любопытно посмотреть, как это все дело проходит. Интересно будет не только, наверное, тем, кто работает в этой сфере, если кто-то работает, наверняка те туда и попали. Вот, ну и просто девушкам, поскольку большой, очень большой ассортимент товаров, вообще можно походить, посмотреть, консультанты рассказывают про все, очень много можно попробовать, ну, по крайней мере, так было в прошлый раз. Сейчас не знаю, как будет, но я думаю, в любом случае нам с вами, девочки, будет интересно, так что не переключайтесь, буду около СКК и снова включу камеру. Вот так вот выглядит СКК, вот сейчас мы туда вот зайдем, там вход. Я флайер забыла благополучно. Здесь они на входе еще есть, и мне не придется платить за вход. Так выглядит верхний этаж. Здесь в основном те, кто связаны с ногтями. Корейский пачек, кстати, я хочу купить. Ну, я думаю, все названия вам будут очень хорошо известны. Все вот это вот в огромном количестве. Буду, наверное, даже фото вставлять. Всего на свете. Так, все, пошла, ныряем. Так, это вот тоже, вот я не знаю, что за бренд, но тоже сейчас посмотрим, что здесь есть. Кисти, очень-очень-очень-очень интересные кисти, сейчас все посмотрим. Так, вот это полуперманентные карандаши, у меня он есть, я вам уже про него рассказывала. Девочки, если честно, я сейчас так тяжело что-то говорю, у меня так разбегаются глаза, что вы себе просто не представляете. Так, что тут у нас, тут еще интересно. Нюба. Нюба Бьюти. Ух ты. Ай, мамочки. Вот вы представьте, как здесь вообще ходить. Вот как здесь вообще ходить и что-то выбрать, когда вы относительно ограничены в деньгах. Ой, все хочется. Визажистка, конечно, это же одно из самых интересных для нас. Ой, как красиво. Так, это стенд у нас кого? Рублев. Тут у нас еще и арабская парфюмерия, девочки. Но самое интересное, конечно же, все будет внизу. Так что не переключайтесь. Здесь такой, скажем так, технический этаж, но тоже очень много всего интересного. Пош, очень хорошие карандаши, кстати, у меня были. Дипломы тоже, опять-таки, косметика. Везде куча огромная народа. А здесь у нас какой-то, видимо, мастер-класс проходит почему-то. Ага. Так. Что это у нас тут такое? О, как. Массаж 4 руки, судя по всему. Забавно. Ага. Так, сталинг объем какой-то. Боже, как гигафре. Вау, девочки, вау. Вот это гафре. Вот так вот здесь учатся ногтевики. Девочки, я понятия не имею, слышно ли меня или нет. Быстро и красиво украсить наш ноготок. Конечно, мы можем выполнить и такие... И учатся девочки, сидят. Молодцы. Короче, девочки, я еще только спустилась вниз, уже потратила почти большую часть своих денег. Так, вот так вот у нас выглядит здесь, ну, сама часть конкурсная, да? Вот, там что-то творится, как я понимаю, что-то с ногтями связано, там дальше идут прически, то есть вот это все очень красиво, то есть то, где мы с вами были, ну, зрители ждут, ожидают, видимо, скоро будет дефиле. Вот, здесь не только то, что мы видели, вот как магазины, где люди действительно покупают товары какие-то для работы, либо просто что-то интересное, новенькое. То есть конкурс проходит здесь вот так, то есть все очень красиво. Вот, да. Сегодня женские парикмахеры, ага, мастера-юниоры. Так, здесь у нас депиляция, как понимаем.
Не надейтесь сейчас на ведущего, что в какой-то момент он скажет, что дефиле окончено. Ни в коем случае я не смогу этого сделать. Решайте сами, потому что мы готовы наблюдать за этим бесконечно. Я думаю, будет несколько выходов на бис. Те, кто только что к нам присоединились, я уверен, не сразу смогут отличить мастеров от моделей. Так, вот здесь вот у нас Академия дизайна взгляда Лэшен Брау Ирины Левчук, которая Брэйвхана изобрела. Очень-то тоже интересно. Я, к сожалению, не попала на открытый мастер-класс, который был. 16 часов. Ну, то есть через все творится, интересно. Минут, так, дальше идем. Команда. Здесь очень много всего для волос, именно косметолога. Алексея Сивчука представит фрагмент новой коллекции сезона Spring Summer 2018. Ну, просмотреть все очень сложно. Действительно, очень сложно. Ну, то есть я вам хочу сказать, если вы бываете на подобных выставках, либо думали пойти или не пойти, очень советую. Очень советую, берите с собой побольше мелочи и налички. В данном случае лак или жидкий лак просто не закрепит нашу укладку, нашу прическу. Шаг за шагом девушки накручивают. Ну, вот, живой пример. Я только попробовала, ну, перепутала, то есть скайпером. Скайпер мне помог убрать вот этот... Убрать спрей-блеск, да, то есть вот так вот. Только за счет проб и ошибок у нас вот такие вот чудеса. Да. Дошла я вот до самого, практически, конечно, самого интересного. Тут у нас визажисты собрались. Так, карандаш, полипропфок. Здесь все для парикмахера. Мейкап ателье. Интересный стенд, кстати. Палетки у них великолепные. Рублев. Кисточки. Здесь вот еще что-то у нас. Что-то вообще не знаю, что. Девочки, наверное, что-то интересное. Короче, вот такая вот выставка. Минского государственного профессионально-технического колледжа легкопромышленности бытового обслуживания населения. Команда Лига творческой молодежи «Беларусь». Девочки, без комментариев. Салонное плетение в исполнении Алисы Мосерц. Элиси Русалон, независимая ассоциация стилистов Эстонии и Дальней Эстонии. Екатерина Хватик, Минский государственный технологический колледж, независимая команда Республики Беларусь, Минск. Азиза Комус Бутова, Академия индустрии красоты Логан, Санкт-Петербург. Итак, мои хорошие, все, я наконец-то в машине. Я не знаю, что я там наснимала. Мне кажется, что там все будет очень сумбурно. Накупила я себе что? Ну, много накупила. У меня тут много разных пакетиков. Я надеюсь, что я потом все-таки сниму видео вам и расскажу, что же я взяла. Как всегда, классно, здорово, накладно. Такое путешествие, но...